Приветствие участникам вторых европейских игр начала принимать Белтелерадиокомпания. Новый конкурс спортивных селфи запускает Международное радио «Беларусь». Иностранным участникам организаторы предлагают отправить фотографии во время занятий спортом или на фоне спортивных арен своей страны с хэштегом «Минск-2019». А белорусским авторам уже сегодня показать гостеприимство Минска, столицы вторых европейских игр. Наверное, самый простой, доступный и относительно дешевый вариант продвижения европейских игр именно в массы – это мощная работа в социальных сетях. Лучшие работы по ходу конкурса будут публиковаться, скажем так, в том или ином виде на сайте Радио Беларуси, естественно, на сайте вторых европейских игр в соответствующем разделе. Это не первый конкурс, который проводит Международное радио «Беларусь». Несколько годов тому назад мы у першиню сделали конкурс селфи «Приветствие Беларуси». Были утешены, что самых разных краин пришло вельми много селфи, и удельников было так само много. Прием селфи продлится до конца октября. Открытое голосование за лучшее фото пройдет на сайте Радио Беларусь. Победители получат парадную экипировку национальной сборной Беларуси и билеты на соревнования вторых европейских игр.